Театр «Свободное пространство» стал лучшим на премии Федерации еврейских общин России «Скрипач на крыше». На юбилейной 10-й церемонии, проходящей в Государственном Кремлевском дворце, было 10 номинаций в различных сферах, от культуры до спорта. «Свободное пространство» стал лучшим в этом году среди заявленных театров. В прошлом году эту премию получил театр «Современник». Вот, до этого там среди лауреатов был Владимир Машков, Александр Розенбаум, Иосиф Кобзон. Премию «Орловский театр» получил за постановку пьесы Александра Журбина «Бендюжник и король», отрывки из которой актеры показали всем зрителям «Скрипача на крыше». Александр Михайлов уверен, что и в следующем году у театра есть возможность стать лауреатами. Во всяком случае, заявку театр уже подал.